You're my miss ride, miss ride. 널 놓친다면 miss ride. Всем привет, с вами Мисс Райт, и это выпуск K-pop-новостей. Поехали! Результаты долгожданного сотрудничества BTS, Snoop Dogg и Penny Blanco выйдут 5 августа, и фанаты очень взволнованы. Поклонники некоторое время размышляли о сотрудничестве BTS со Snoop Dogg, и их подозрения подтвердились, когда Snoop Dogg объявил о сотрудничестве в марте на красной дорожке American Song Contest. Фанаты также были удивлены, когда Бенни Бланко загрузил короткий фрагмент Bad Decisions. Неожиданные видео показывают всех, кто собрался вместе для создания песен. Бенни Бланко даже прокомментировал видео, предупредив фанатов, что они не готовы к песне. Крис Ву в настоящее время находится под арестом в связи с обвинением в изнасиловании. 10 июня этого года прошло судебное слушание по этому делу, однако оно проходило в закрытом режиме и результаты пока неизвестны. Учитывая указанную ситуацию, пользователи сети крайне озадачило недавнее внезапное обновление Фейсбука у Криса. В фото профиля Криса Ву появилась картинка парня в шляпе, видимо из какого-то аниме. Также на обложку аккаунта было добавлено фото спортивного автомобиля. Учитывая, что на Weibo фоновое изображение на аккаунте актера не менялось еще с мая, такие изменения в Фейсбуке вызвали вопросы. Некоторые стали думать, что возможно аккаунт Криса Ву взломали, другие предположили, что возможно его больше не держат под арестом, но официальных пояснений этому пока не появилось. Бывший участник группы New East Aaron стал новым ведущим программы After School Club на канале Ariran. В After School Club выступают корейские артисты, но ведутся они на английском языке, так как аудитория у них международная. Аарон последний в длинном списке американских ведущих корейского происхождения. Ожидается, что он будет вести программу вместе с Джейми и Эллен из Gravity. Аарон покинул Pledis Entertainment в марте этого года, после того, как его контракт не был продлен после расформирования New East. Зика запустил свое первое оригинальное шоу на ютубе «Дай мне минутку». Его первым гостем на шоу стал Джей Хоуп из BTS. Несмотря на то, что два артиста работают под лейблом Hype, фанаты впервые увидели их личное общение. Концепция «Дай мне минутку» довольно интригующая. Как ведущий, Зика будет встречаться со своими гостями в неожиданных ситуациях и проводить 5-минутное интервью. В превью шоу он сказал: «Чтобы оставаться верным содержанию, я ничего не придумывал. Я опустошал свой разум. Я думал только о том, чтобы очистить свой разум». Из превью становится ясно, что общее настроение шоу юмористическое и хаотичное, с посмешной установкой интервью. Это взаимодействие было долгожданным, так как фанаты уже были взволнованы, увидев Зика и Джей Хоупа вместе на вечеринке по поводу Jack in the Box. 이제 엄청난 이 선율을 사랑한다고 하는데 Во время концерта гонконгской группы Mirror в Гонконг Колизеум, который прошел 28 июля, упал огромный светодиодный экран, что привело к травмам танцоров. На видео, ставшем вирусным, видно, как экраны внезапно начинают трястись, прежде чем один из них падает на танцоров. Сообщается, что экран повредил лицо одного танцора. Также видно, что другие танцоры пытаются помочь. 10 тысяч зрителей стали кричать и паниковать, а на сцене началась неразбериха. Организаторы шоу извинились перед фанатами за этот инцидент и попросили покинуть площадку. Один член танцевальной команды оказался прижатым к полу массивным экраном, в то время как двое других также пострадали, когда экран упал назад. Джон Ли, секретарь по вопросам государственного управления Гонконга, заявил, что они будут выяснять, были ли соблюдены меры безопасности. Министр культуры Гонконга Кевин Ян сообщил, что пока не будет доказано, что сцена безопасна, концертный тур группы будет отложен. Mirror – гонконгская мужская группа, дебютировавшая в 2018 году. Группа состоит из 12 участников и является одной из самых популярных айдол-групп в Гонконге. Mirror планировали провести серию концертов в Гонконге с 25 июля по 6 августа. Однако на первом шоу был обнаружен ряд технических дефектов, и фанаты усомнились в безопасности концерта. Более 10 тысяч фанатов подписали петицию, призывающую организаторов концертов лучше заботиться об участниках группы. Июля VI официально объявили даты и города своего предстоящего мирового турне First Love.
После старта в Бангкоке 4 сентября VI отправится в Японию, где выступят в Накано и Осаке. В том же месяце VI отправится в Соединенные Штаты, где их тур пройдет по 7 разным городам страны. Группа выступит в Лос-Анджелесе, Далласе, Хьюстоне, Чикаго, Торонто, Филадельфии и Нью-Йорке. Hyundai, спонсор чемпионата мира по футболу 2022 года, проведет различные мероприятия в рамках своей кампании Call of the Century. Среди них BTS в качестве амбассадоров бренда выпустят совместный музыкальный проект. BTS будут не только заниматься рекламной деятельностью для Hyundai, но и представят совместный проект по написанию песен для Кубка мира. Песня для чемпионата мира по футболу будет выпущена во второй половине этого года. Июля Pledis Entertainment сообщили об уходе участницы From Is 9 Чанг Юри из группы и лейбла. Чанг Юри дебютировала в качестве участницы From Is 9 в январе 2018 года после участия в программе MNET Школа Айдолов. Год спустя, в 2019 году, Айдол также начала свою актерскую карьеру в веб-драме TVN «Школа свиданий». Соль Хён из AOA диагностировано неврологическое заболевание – доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. 26 июля Соль Хён опубликовала пост в сторис, в котором написала: «У меня ДППГ. Все, у кого были такие же симптомы, как у меня, идите к отоларингологу». Ранее Соль Хён жаловалась на проблемы со здоровьем. Она описывала симптомы так: «Реальность передо мной выглядит как видеозвонок по нестабильному Wi-Fi. Кто-нибудь знает, что это такое?» ДППГ – это клинический синдром, характеризующийся возникновением повторяющихся приступов головокружения в ответ на изменение положения головы в пространстве. Человек с ДППГ испытывает внезапное ощущение вращения всякий раз, когда двигает головой. Симптомы могут исчезнуть сами по себе в течение нескольких недель или месяцев. Мода участника The Botch становится горячей темой среди нетизенов. На опубликованном фото Нью позирует посреди парка с поднятыми руками, демонстрируя пресс. В частности, Нью привлек внимание к себе, так как был одет в женское нижнее белье из коллекции «Весна-лето 2022» бренда Miu Miu. Пользователи сети даже сравнили его фотографии с аналогичными фотографиями Вонён из IVE. Участницы Black Swan, Джуди и Йонхин официально уходят из группы. 31 июля DR Music объявили, что обе участницы покидают группу, чтобы осуществить свои новые мечты. Теперь Black Swan будут продвигаться в количестве 4 участниц. Бывшая участница AOA Jimin будет участвовать в новом шоу от GTBS. По сообщениям инсайдеров, от 1 августа Jimin примет участие в шоу на выживание среди главных рэперов женских групп The Second World. В шоу снимутся 8 главных рэперов из различных женских групп, включая VJ, SN, Oh My Girl и Mamamoo. Однако представитель шоу сообщил: сложно сказать, появится ли Jimin из AOA на шоу, поскольку это может быть спойлером из-за сущности программы. Просим вашего понимания. The Second World ознаменует возвращение Jimin в индустрию развлечений через 2 года после ухода из AOA. Сообщается, что бывшая участница Le Sserafim Ким Гарам подвергается издевательствам после того, как вернулась в школу. 20 июля Source Music официально объявили, что лейбл решил расторгнуть свой эксклюзивный контракт с участницей Le Sserafim Ким Гарам после скандала со школьным буллингом со стороны айдола. 1 августа в сети была распространена предполагаемая фотография парты Ким Гарам в ее старшей школе. На фотографии не было подтверждено, что это на самом деле стол Ким Гарам, однако на столе была табличка с ее именем. Вся парта была исписана оскорблениями и ругательствами. Если это правда, то кажется, что над Ким Гарам издеваются после того, как она вернулась в школу. Многие пользователи сети заявили, что несмотря на то, что раньше она была хулиганкой, издеваться над ней неправильно.
августа Blackpink анонсировали новый альбом Born Pink. Согласно трейлеру, группа выпустит предрелизный сингл в августе, а в сентябре состоится релиз полного альбома. Наконец, на октябрь запланировано начало мирового турне Blackpink. Олли Лондон недавно сочетался браком с 19-летним порноактером Дэнни Ричардсоном. Церемония прошла в Лондоне, а проводил ее полуобнаженный священник. На церемонии присутствовали близкие друзья пары, которые по просьбе Олли Лондон были одеты как пластические хирурги. Олли Лондон, прославившийся в свое время тем, что сделал пластическую операцию, чтобы быть похожим на Чимина из BTS, а позже сделавший новую операцию, чтобы быть похожим уже на Розе из Blackpink, сообщил, что его избранник полностью во всем его поддерживает. Они вместе болтают о Чимине каждый день, а также в качестве ребенка завели куклу в виде Чимина. Также Олли Лондон уточнил, что сначала хотел сочетаться браком с настоящим корейцем, однако так как не вышло, то он согласился на брак с Ричардсоном. Избранник Олли Лондона ради их отношений даже согласился на то, чтобы в ближайшие месяцы отправиться в Южную Корею и сделать пластическую операцию, дабы быть похожим на корейца. Новую пластическую операцию, чтобы иметь еще более корейский вид, сделает тогда и Олли Лондон. Это уже второй брак Олли Лондон. 2 года назад они сочетались в Лас-Вегасе с картонной фигурой Чимина, но позже развелись. Пак Со Джун станет третьим корейским актером в кинематографической вселенной Marvel. Он присоединится к Бри Ларсон, Завиш Эштон и многим другим в фильме Marvel. После завершения Мисс Марвел можно ожидать, что Камала Хан снова появится в продолжении Капитана Марвела. Бри Ларсон повторит свою роль Кэрол Денверс, она же Капитан Марвел, с имамом Велани, а Тайона Перес повторит свою роль Моники Рамбо. Одним захватывающим дополнением к этому списку является корейская звезда Пак Со Джун, которая впервые появится в голливудском фильме, присоединившись к вселенной Марвел. Съемки Марвелов закончились в прошлом году, но фанаты до сих пор не были уверены, какого персонажа играет Пак Со Джун в сиквеле. Однако благодаря обновлению Марвел в Твиттере стало известно, что Пак Со Джун сыграет Но Хвара, также известного как Марвел Бой. Стоит отметить, что Но Хвар считается одним из самых сексуальных персонажей не только в Марвелах, но и вообще в комиксах. А на этом пока что все. Ставьте большой пальчик вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!